Так, в общем, я тут подготовил немножко провода запустить. Лишнее уберем. Посадим. Сейчас закроем термоусадкой. Выглядело это все чуточку симпатичнее. Да. Хочешь чай? Нет. Нет, спасибо. Короче, все складно, но не там. Сейчас, чтобы мне эти фишки не разбирать, сейчас просто возьму, припаяю сюда. Вот. И будет так же, как на оригинальных фишках. Все красиво и аккуратно.
Так, я слоненько залил. Блок. Это реле само. Так, прямо куда положил. Тоже все спаял. Засуну в термоусадку сейчас. Здесь высохнет. Подключим, будем проверять. Развел управление с кнопки, подвел, фишки не было, заколхозил от фары старой проводки. Вот все чики-чики, красиво, аккуратно здесь на термоклей посадил, тоже так довольно таки надежно выглядит, не считается. Остается, еще это не до конца высохло, релюшка. Как высохнет, будем пробовать. Я тут все на скорую руку собрал, запитал. Ну, естественно, от этого еще не подсоединял, от лебедки. В общем, что мы имеем? 12 вольт есть, и 12 вольт есть. Вот так, кому интересно подключение, тут сейчас это часто теряется. Так, плюс это у нас получается номер 2, минус номер 4. Клемма минусовая, там буковка N, нейтраль. Так, и соответственно два переменных плюса. Это C1 и C2. 1 и 3 это у нас подключение самой лебедки. В общем, как-то так.